Всем привет! Сегодня у нас крутейший пример из женских шахмат Москва 2020 год. Итак, как мы видим, черные пожертвовали материал и не останавливаются на достигнутом. Они наращивают свой перевес, наращивают красоту позиций, и ваша задача за черных найти выигрывающую комбинацию. Очень здесь все красиво, классно, поэтому жмите на паузу, постарайтесь сами посчитать тактику, шестиходовую тактику, такая вот для вас подсказка, ну и нажимайте на паузу смело. Ну а также стоит напомнить, что завтра, во вторник, 15 декабря, в 17:00 по Москве, в 19:00 по екатеринбургскому времени, мы вновь с вами увидимся. Это будет прямой эфир, который посвящен Михаилу Талию. Яркие жертвы, как в этой позиции, завтра у нас будут. Поэтому всех ждем на эфире. Разыгрываются два денежных приза, будет очень интересно. Ссылка в описании под этим видео. Итак, если вы уже решили эту задачку, давайте вместе сверяться. Да, у черных не хватает фигуры, пешка по А7 опасна, но все-таки их ход, и в шахматах это намного важнее. Идет крутейшая жертва, ферзь H1, королю деваться некуда, надо только брать. И теперь нужно играть форсированно, иначе совсем все плохо. Шах, король только может отойти на H2, и, конечно же, он заходит под такую вот линию симпатичную, нужно ее вскрывать. Слон e3, жертвуется еще одна фигура. Здесь возможно несколько взятий. Для начала рассмотрим самое красивое, это конь e3. Ну, тогда конь f4, вскрывается шах, перекрыться нечем, слона тоже нельзя взять, поэтому король вынужден убегать. И теперь мы играем ладья h1, король f2, конь d3. Вот такая вот красивая идея встретилась в данной партии. Также соперник мог побить на e3 не только конем, но и ферзем. Здесь примерно все то же самое. Конь f4, король g1, ладья h1 и на король f2 не конь d3, а именно ладья f1. Такие две линии, два мата в 6 ходов. Красивая жертва ферзя, давайте еще раз насладимся ей. И вот если вам подобного типа позиции нравятся, то обязательно приходите завтра на эфир, 17:00 по Москве. Михаил Таль очень любил так жертвовать, очень много и фраз крылатых на эту тему сказано. И партии в сборниках 8-го чемпиона мира встречаются именно на эту тему. Поэтому спасибо за внимание, ставьте лайк, если понравилось видео, и увидимся уже завтра. Пока-пока.